Состоялось заседание межправительственной комиссии. Как вы оцениваете результаты заседания и основные направления, которые были достигнуты? Сегодня завершилось 11-е заседание подкомиссии по комплексу Байконур. Значит, оно прошло как никогда, на мой взгляд, довольно успешно. Вы знаете, основные животрепещущие вопросы были решены или найдены пути их решения, чего раньше на других заседаниях в таком процентном отношении никогда не было. Если решался, то один, ну иногда, может быть, два вопроса. Здесь из 32 вопросов крупных мы посмотрели, 6 или 7 точно решены. Кроме тех вопросов, которые были включены в повестку нашего 11-го заседания, еще были включены еще 2 дополнительных, и они тоже практически нашли свое решение сегодня здесь, в этом зале. И мы очень удовлетворены сегодняшней работой и вчерашней работой всех специалистов и экспертов как Роскосмоса, так и Казкосмоса, так и других министерств и ведомств и Российской Федерации, и Казахстана. Какое место занимает Россия во взаимодействии с Казахстаном в области космической деятельности? И как вы видите перспективы развития с другими странами? Российская Федерация является для Республики Казахстан во всех областях, и в космической, естественно, тоже стратегическим партнером. И мы это нигде не скрываем, и везде это говорим, во всех средствах массовой информации, как, собственно, казахстанских, так и зарубежных, это везде освещается. Это наш путь, который задал нам, прежде всего, глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев. Да и это и понятно и так, что Россия была и остается нашим самым надежным партнером и другом. Между нашими государствами заключено соглашение о вечной дружбе. Такого соглашения нет ни между одной страной, ни в мире, и никогда не заключалось. А вот между нашими государствами есть. И это еще раз говорит о том, что мы будем продолжать это сотрудничество как с генеральным партнером, с Российской Федерацией. Но, конечно, не забывая, что в мире есть и другие страны. И, конечно, это цивилизованный путь развития любой страны, в том числе и Казахстана, когда мы будем иметь многовекторный, значит, способ решения своих вопросов в развитии космической деятельности. Но я еще раз подчеркиваю, что основную и приоритетную роль играет здесь, конечно, Российская Федерация. Первый казахский спутник связи «Кассат-1», у которого в июне этого года на орбите возникли неполадки, сейчас прошел тестирование. Когда «Кассат» снова будет введен в эксплуатацию? Работает межгосударственная комиссия, значит, казахстанско-российская, в которую вошли представители как Российской Федерации, так и Республики Казахстан. Она работа плодотворная. Я должен, кстати, поздравить российских специалистов, прежде всего, конечно, российских специалистов ГКНПЦ Хруничева, ОКБ «Марс» и других, которые приняли активнейшее участие по выводу из нештатной ситуации нашего спутника «Кассат». И вы знаете, это достаточно серьезный и очень сложный технический эксперимент, который завершился успешно. Я от себя лично хочу поздравить российских специалистов с этой победой, научной победой. Значит, но вы знаете, кроме того, что есть технические решения, есть еще и юридические стороны вопроса. Они тоже, в общем-то, неразрешимых нет. И мы сейчас совместно с Российской Федерацией проводим ту работу, чтобы вырулить на тот уровень, чтобы спутник встал в строй, как и до нештатной ситуации. И чтобы не было юридических заусенец и других вещей, которые мешали бы осуществлять руководство и управление спутником с территории Республики Казахстан из ЦУПа города Акколь.